Я Алексей Олейник. Он тяжеловес, поэтому ему раздеваться не обязательно. 237. Помимо процедуры взвешивания, еще не менее важная процедура фотографирования. Вот не так встанешь и будешь вынужден перепозировать. Ислам Махачев. Ни много, ни мало. А вместе с ним Хабиб Нурмагомедов сопровождает друга даже на взвешивании. Ислам сделал вес 155, все как должно быть. Антонина Шевченко. Сейчас без всяких дуэлей взглядов просто подряд все взвешиваются. И Алистар Овери. Взвесился и получил свой набор из фруктов.